Всем привет, продолжаем путешествовать по миру. Рим. Хочу показать вам Сан-Марчелло Аль-Корсо. Это одна из старейших церквей этого вечного города. По легенде, строительство первой церкви связывается с папой Марцеллом. Это было в 308-309 годах. Но археологи датируют постройку в 380 году. В 12 веке была построена большая базилика, некоторые части стен, которые видны в нынешнем барочном фасаде. В 1519 году церковь полностью сгорела. На месте храма Якопа Сансовино была возведена новая однонефная церковь с богато украшенными капеллами. А в 1682-83 годах Карло Фонтана спроектировал причудливо вогнутый фасад из травертина. А травертин – это известковый туф. Так, информация. В интерьере заслуживает внимания плоский кассетный потолок 1592 год и многочисленные надгробия. В центральном нефе расположен надгробие кардинала Джованни Михеле, его племянника и епископа Антония Орса, выполненные в Сансовино в венецианском стиле. В одной из капелл находится деревянное распятие 15 века, которое сохранилось после пожара. Вот что написано в переводной Википедии. Под главным алтарем находятся мощи нескольких святых, в том числе папы Марцелла. За фасадом находится распятие Джованни Баттисты Риччи, работы Джованни Франческо де Росси, Лазара Бальди, Пьетро Барбери, Мадонна с младенцем, фреска конца 14 века, эпизоды из жизни Богородицы Франческо Сальвиатти, картины и фреска Джованни Баттисты Риччи, творение Евы, фрески Пирино дель Вага, Матфей Лука, начатые Пирино дель Вега и законченные Даниэле де Вольтера. В одной из капелл находится памятник кардиналу Фабрицио Паолуччи, боковые росписи Доминика Корви, памятник кардиналу Камилло Паолуччи, работы Томмазо Риги. Церковь управляется и принадлежит ордену сервитов с 1369 года. Ну так вкратце о Сан-Марчелло Аль-Корсо, который находится в Риме, является титулярной церковью. Давайте посмотрим внутреннее убранство этой церкви. Пока-пока, до свидания.